Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня со мной мой друг Андрей. Здорово всем. Так, сегодня будем покататься по заброшенному метро на мотиках. Садись, поехали. Ну ты, я думаю, сейчас офигеешь, потому что такого еще ты не видел. Ого. Нигде. Только ты там, когда доедешь там до точки определенной, остановись. Да погоди, я не могу доехать вообще. Ну там ехать долго просто. Я тебе не хухры-мухры. Да ну, первое, это гонево. Что это гонево? Да там будет потом нормальная дорога. Да ну ты шо? Любишь кататься, люби саночки возить. Ты сзади меня едешь? Да. Давай, толстушка, полезай. А, ты видел, да? Теперь сюда, вниз. Вот метро заброшенное. Ну, погнали. Let's go. Сюда, посередине вот этот туннель. Там можешь кнопку не этот, не насиловать. Да понятно, я уже... Тут рельсы просто, можешь разложиться. Понятно, и кнопку дрочит, сидит. Давай, ну ладно, ты захотел по гонке? Да не, погоди, Империя, ну все, я... Ты нарывайся. Ты что, надо прямо ехать просто? Да. Там потом может что-то в конце будет. Я просто у нас еще не катался на сетке. Ух ты, блин, я врезался. Че, я тебя вообще найти не могу, ты далеко где-то. А, все, вижу. Я тебя не вижу. Угу, я почти, слышишь? Я видел. Видел? Как ты упал. Не. Ну ударился. Ну да. Горочка тут идет. О, все, я тебя вижу. Молодец. Ах ты скотина. Нихера ты стрис-ракер, блин. Там, по-моему, тупик сейчас будет, ну похер. Давай, до упора ехать. Давай. Смотри, Геря. А, не, не в ту сторону. Оно. А погоди. О, и постой, слышишь, стой, Геря. Шо. Я тебе сейчас прикол. Когда можно закончить этот дель? Смотри, Геря, это постой. Да я стою. Смотри. Ой, я такие финты сейчас покажу. А, ты типа по стенке едешь? Да. А ну. С какой-то стороны? А, с левой? Точнее, с правой. Да не в ту сторону. Ух ты, ёпта. Видел, что я сделал? Нет. Куда поехал? Смотри. Где ты? Вот. Смотри. А, да? Детский лепет. Смотри, посмотри назад. Смотрю. Херась ты, блатной пацан с района. Кстати, мы реально можем говорить, мы пацан с района. Сережа, район РП называется. А, да? Да. Так я всегда так маме говорю. Тут тупик. О, можно сюда выехать, поехали сюда. Ого, видел, как я выехал? Нет. Подожди, это где? Да, вон, я наверх поехал. Как ты туда заехал? Просто едь и зажимай кнопку. А, все, погнали. Блин, что-то я заблудился. Оп. Да я тоже. Так, сюда. Подожди, а где ты? Вот, тут дырка в конце, вот. Ты такой, я такой смотрю, ты такой плавненько выезжаешь. Ну-ка. Блин, тут уже дальше вода идет. Ну погнали до конца, выйдем. Погнали, если же лодку возьмешь. Да тут такое озеро, чтобы лодки тут типа... О, я, блин, почти выехал. Сразу. Получилось. Смотри, какие два. Ну я знаю. Сейчас может. Так у тебя такой же был когда-то. О, а, стоп. А, да, это дом. Нихера себе. Вау, это одного человека? Не, двоих. Да, два. Слышь, идеально. Надо будет отжать. Ну да, надо тебе их забанить, понял? Да где ты что водишь? Нельзя так? Не, может выкупить попробовать. Попробуй выкупить, слышишь? Ну, потом попробуем. Да давай сейчас. Такой сейчас их вари, наверное, сейчас нет. Погнали в этот. Садись, я тебя подвезу. А что, ты взял машину какую-то? Ну, я сел в нее и встал. Так, погнали, я сейчас создам на мотике. Вот тут в батыре вроде было. Какой-то чувак на бэхе.
Нам надо модпаки наконец-то поставить, блин. Мы как дебилы без модпаков. Так давай, у меня есть. Мне надо установить тут. Ну да. Так это надо с игры выходить просто. Потом уже после серии установим. Давай. Да давай там, без этих. Что-то там кнопок есть. Кнопочку. Так я и так без кнопки. Ага, так быстро. Я просто еду. Ну да. Ну я тоже, в принципе. А, тут же не военная база, тут что-то другое, я не помню. А где военная база у нас? Что-то забыл. Болина. А, я вспомнил, где она. Она же далеко. Ага, это тут вертолеты должны быть. Нет, тут нету вертолета. Но ангар у нас стоял. Не, ангар вот здесь, внизу, кстати. Боу. Где ты делся? Да я сзади тебя. А, окей. А вообще, военная база находится аж... По-моему, вот там, помнишь, где мы монстры устраивали? Кого ты пэхнешь? Даже команду не знаешь. Не за что. Блин, там наши модики остались. Себе. Давай жена будет, а по праздникам. Тебе виднее. Ты же выйди из дома, ты дядя. А что, нельзя так? Я могу, я возле дома твоего тоже стою, я же тоже умер. А что ты возле больницы? Ну так меня же убили. А я дома появляюсь, когда меня убивают. Что за прикол? Ну давай, возле больницы. Ты возле больницы? Mm, я тебя не вижу, я тебя не вижу. Где ты? Я тебя не вижу. Ты так с ноги умотал, бьёшь. А ты с ноги бьёшь. Прицел, ой, ну да, прицел. О, оружие лежит. Как его взять, я забыл. Да его нельзя взять. Там можно, можно как-то. О, Керри, а что ты делаешь? Слышишь ты? Керри. Да всё хорошо. Ты так пытаешься убежать, смешно. Ой, что, будем эти, что создавать, мотики будем или что-то другое? Ты возле больницы меня чуть не убил. Мне далеко бежать придется. Давай это, на моциках. На моциках? Ну давай. О, смотри какая Анна, смотри какая Анна. Давай, не, не будем. Вон. Давай Анну побьем. Не, мне нельзя ее бить, можешь бить. А че? Я за забором посадил. Смотри, пацан мне будет. О, ты что, драка началась, драка. Сейчас будики замес. Дай мне автомат. Я сейчас тебя скорее убью, чем его. Кирилл. И бац, у меня стрелок меткий. Я теперь возле больницы, возле этого, возле дома. Я тебе не верю. Я не убиваю. Что, мотики берем? Дай мне ружка, автоматы. И пошли, поехали кого-то убивать. Да зачем убивать HDM? А чё у тебя два, у меня один, я так нечестно. А чё, у тебя один? Да. Не, у меня видно, что у тебя три. Три, блядь. Четыре, да. Автомат. Сейчас сломаю тебе почти сотки. Давай, блин, может другой какой-то возьмем мотик. О, есть, да. Вот это ты танцами называешь? Ты талантливый, я тебе скажу. Смотри, как мы бандиты, смотри, бандюки такие чисто. С автоматами на дворе. Да, погнали. Грабить кортежи. Снимай. Я упал. Ну, ты медленно едь, понял? И зажимай кнопку, понял? А. Типа, надо бы вставать. А, вот так и да. О, давай кто дольше, слышишь, проедет. Ну, давай. Стунт батл. Правда, мы не те мотоциклы взяли, но ладно. Так будет сложнее, давай, такое, интереснее. Иди сюда. Я еду. Магадан. Еду, а ну, на переднее колесо встану перед тобой. Да стой на месте, ёпту налево. Смотри, Кирилл, я так долго еду, отвечаю. А, ты падаешь в дубе, я вижу много. Они едут. Не, честно. Давай, кто дольше. Слышишь, ты иди сюда. Давай. Давай, раз, два, три. Я капец, ты стантёр. Смотри, я еду теперь. Ага, я вижу, как ты упал, я назад смотрел. Смотри, постой, сними это. Сейчас. Подъедь ко мне, Керри. Впереди. Да ну подъедь ко мне.
Давай, Стантёр. Ты прям Андрей Шакурин. Я чуть не перевернулся. Видел, как я? Да. Паха-бандит, ну чё, конец. Паха-бандит. Кто-кто? Паха-бандит. Это наш школьник какой. Бездомный. Паха-бомбит лучше поставлю. О, слышь, мы приехали опять в Кремль. Ух ты, блин, как я упал красиво. Слышишь, ты, дядя. Ну, все, ладно. Погнали. Погнали. Еду в Магадан. Тара-тара-та-та. Че, вообще тут въезд был? В другой стороне. На-на! На-на? На-на-на. Смотри, прикол придумал. Не сбивай эти шарики. Это не шарики, это эти. Конусы. Смотри, давай на цепах, кто будет это. На цепа надо. Тут и так сложно ехать вот так вот даже. На этом дрючке. Тут у тебя спортивный мотоцикл, тебе легче будет. А у меня такой дрючок и тяжелый. Я легко еду. А че ты так широко берешь? Я тут спокойно еду рядом. Ты бы еще в поле выехал. Мне реально неудобно. Смотри, я быстро сейчас, смотри. Ну ты, конечно, мастер. Слабасть. Не, я не знаю, что так реально. Смотри, я на дебах, наверное. А, не, на дебах трудно на нем ехать. Куда ты поехал? Сейчас. Я не знаю, мне эти. Капец упал. О, я на цепах еду, стреляю в небо. Вот это я погибаю, гангстер. Ух ты, парень. Только я подожди, упал. Подожди, иди. Я тебя вижу, ты, но в поле катаюсь. Подожди, ты иди. О, смотри, заснял вот это, смотри. Я вижу, ты едешь. Вау! Так я подпрыгнул. Ты прям крутой пацан с района. Видел? Я видел. Я заснял. Заснял? Да. Это... А, вот и обратно на поле поехал. Твой позор заснял, да? Погнали на этих попрыгаем. Да, у меня бензин закончится. Ну, я заправлен, не переживай. Ну, ты, Ярик, водила, конечно. Вон там лес. Геря. А ну. Сука. А ну садись ко мне, я тебе прикол покажу. Поехали. Что ты сделал? Так ты меня сбил. Это была случайность. Стреляй вверх. Я на цепа еду, стреляй вверх. Керя. Да я стреляю. Конечно, я стантёр еще хуже, чем дядя Гриша с района. Может, дядя Лёня? Ну, дядя Лёня, то ладно. Дядя Лёня, если ты смотришь. Дядя Лёня, и то более-менее. Дядя Лёня. Дядя Лёня, если ты смотришь, поставь лайк. И помой подъезд. Помой подъезд. Ну, давай ты впереди. А то выдай мне автомат. Бо у меня нема автомат. Киевый гун. 37, 32, 500. Погнали, с мостика попрыгали. С трамплина и с мостика. С мостика. Видел, Керя? Видел. Как ты упал, я видел. Я это тоже увидел? Да. Я нормально пролетел. Слышишь, я что-то здесь увидел розовое какое-то здание. Это девчачий магазин. Ух, хотел другое слово сказать. Можно по ступенькам вниз потом ехать. Смотри. Ну, ты едешь на мотоцикле спортивно, я на Харле. А ну гляну, как ты едешь. Как ты спокойно, как ты ездишь. Ну да. Ой. Прикинь, не упал. Ну нормально. Собака, я упал в другую сторону. А ты на ступенек упал? Понял, куда я упал на полян? Да. Ой.
Ого, финн, конечно. Подожди, о, а мы можем по ступенькам проехать? Да, я же вот это что тоже смотрю. Ё-моё. Класс. Я застрял теперь. Я тоже. Да не, это бред. Я погнал назад. Молодец. Кири, я застрял. Я застрял, Кири. Да? Да, ты пыхни мне к себе. Ой, и моцик мне скоростной моцик. Смотри, как я быстро педали кручу. Так тут тоже бага можно крутить педали. Только понял, бах именно как ехать. Понял, быстро нажимай, как едешь. Букву В. Я видел, как ты повернул. Видел, как я слетел? Ты верик не можешь тогда. Кого? Рампу ко мне здесь на велик. О, слышь, по ступенькам. Смотри, какой огончик просто. Я ж не вижу, где ты. Вон, я еду. А. Понял, ты кнопку нажимай именно вот это В английская, С русская, понял? Так само как... Ну и шо? Ну С русская. Ты как газ, как ты на велике газ жмешь, только быстро её нажимай. Видишь, как я полетел? Ого, слышишь? Да, в натуре, а я вот тут поднимаю, понял? Нет, на велике другая кнопка. Смотри, сейчас я вылечу. Слышь, ты так быстро ездишь? А я только по ступенькам поднимаюсь. Ну, каждому свое. Почти. Как ты врезался. А ну давай на цепане. Вообще легко на нем ездить. Не, на цепане так уж легко. Так ты прямо едь один. Смотри, как я еду. Вообще изи. Смотри, как я изи еду. Что ты по кругу ездишь? Да я не знаю, как... А, все. Просто прямо жми. Вау, ты так не станешь, Керри, отвечаю. Смотри, я вон уеду так. Постой, смотри, что я вытворяю. Где ты? Вон я еду. Смотри, Керри. Ты так не сделаешь, Керри, смотри. Ну не знаю такое. Вау, так я стою на колес, на одном колесе. Равновесие держу просто. Я смотри, как я стою. Смотри. Учись, студент. Смотри, Керри, смотри. Можешь это, как я стал? Смотри, я еще стреляю. Ну, смотри, я стою. Видишь? Да. Надо скрин сделать. Оп. А ну сделай скрин, быстрее. Это надо к тебе подъехать как-то. Ну быстрее подъезжай, бо это как будто заглючил. Сейчас я попробую так само рядом будет тесто. Керя. Ну стань возле меня рядом. Пиздец, вот гладеты. О, я забыл, на нем прыгать можно же. Пробел зажимаешь и прыгаешь, смотри. Не пробел, а вот эту штуку. А, да. Сам ты штука. Погнали, слышишь? Я забыл, как там. Ну, я пробил, нажимаю. Стоп, как ты? Я как-то только что зажимал. Стоп. Не пробил. Что-то другое было. Во, нолик. Что ты зажал? Нолик. Какой нолик? Ну, нолик с обычным. Цифра 0? Да. В смысле? Ну... А, кстати... во, КТРЛ, точно, блядь. Нашел? Да. Опа. О, смотри, как я быстро еду. Перепрыгнул? Да. Ой. Ого, смотри, что я сделал. Смотри, оп. Смотри на меня, что я вытворяю. Ой. Керри, смотри, как я высоко прыгаю. Я вижу. Вот добил эту силу. Погнали с мостика попробуем попрыгнуть. С мостика? Ну с этого, как бы. С трамплина. Слышишь, может давай я тебя скину с высоты очень высоко? На велике. Давай. Сейчас, походи, надо иди велика посмотреть, остановись. Сейчас, где ты? Да стой ты, ёпта. Сейчас. О, делаю. Смотри, я нацепаю стал. Смотри, ну, походи, да я иди гляну. Смотри, Керри. Видел? Да. Сейчас я тебя кину.
высоко в небо. Что ты застал? Что ты застал это? Ну понятное дело, я вот за тобой буду камеру лететь. Что мне кажется, уже высоко. Я уже не вижу земли. Давай, бросаем. Так. Готов? Давай. Ой, я сделаю сальтуху сейчас, смотри. Блин, я за тобой не успеваю, камера. А, я успеваю. Так, я тебя вижу. Хера себе, это смешно. Да, да. Конечно, не очень я успел снять, все, ну ладно. Разложился? Нет, я надо было, чтобы ты со мной на моцик. Давай на моцик, ты со мной сейчас сядешь. А как я сяду, мне же надо в небе быть. А, надо обязательно быть? Да. А ну кинь меня тогда еще раз. Ща, поднимусь. И поправь мне жизни полной. Окей. Так, джет. Кар 250. Давай, летим. Я тебя вижу. Смотри, что я вытворяю. Сейчас догоню тебя. Иди быстрее. Да пытаюсь догнать. Я быстрее делаю. Я вижу. Видишь сальтуху? Да. Ого, ты меня поднял как-то чересчур высоко. Угу. Видишь сальтухи? Я не вижу, где ты. А, вот, ну, это вижу. Видишь сальто у себя? Сейчас догоню. Керя. Вижу. О, видишь? Да. А ну я сейчас в воздухе постреляю. О, я в воду упал. А ну и давайте под воду ТП. В натуре? Да. Так я могу сам поплыть туда. Нет, ты же так умрёшь. А что ты сделал? Под воду тебе ТП. А ты где? Под водой. Ты можешь ходить под водой? Не. А, ты просто под... Я вижу, ты плывешь. Ты видишь, там черепаха вот у тебя плывет? Не. А. И медузы, и рыбы. Медуза? Вот тут медуза. Спаун 37. А, черепаху вижу, да. Так, сейчас тебе ты поехнешь. I was from the city. She was from the outside. I was from the north. She was from the south side. I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside. I was from the north.